За прошедшие десятилетия трудом нескольких поколений ученых, инженеров, высококвалифицированных специалистов в нашей стране была создана мощная производственно-технологическая база, которая сегодня служит надежному обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности России. Поэтому в этот вечер много теплых слов и поздравлений в первую очередь звучали в адрес тех, кто стоял у истоков создания ядерного центра. Я бы хотел выразить глубокую благодарность нашим ветеранам за те разработки, за те уникальные комплексы, экспериментальные комплексы, которые созданы у нас в ядерном центре. Атомная промышленность – одна из ключевых и стратегически важных отраслей отечественной экономики. Несмотря на то, что главная цель сотрудников ядерного центра – выполнение гособоронзаказа, их разработки используются во многих других отраслях. Проекты, которые есть у нашего ядерного центра, они прекрасно тиражируются и уже заходят в закрытые города. Проекты, связанные с умным городом, проекты, связанные с цифровым муниципалитетом. Сразу после официальной части всех сидящих в зале ждал приятный сюрприз – концерт от московского вокального шоу «Опера Прима». «Опера Прима» – это коллектив солисток оперных театров из Москвы. Он существует не так давно, но уже покорил сердца тысяч ценителей оперного искусства по всей стране. Участницы подобраны так, что их голоса могут охватить всю существующую музыкальную палитру нот. Карина – это низкий женский голос, редкий, меццо-сопрано. А Вика, например, у нас, наоборот, колоратурная сопрано. То есть это разные арии. Кармен, Царица ночи – это уникальные голоса. Лирическая сопрано, лирико-колоратурная, лирическая. И вот мы разделяемся и по репертуару, и по возможностям, и стараемся охватить всю палитру нот, от низких до самых высоких. В репертуаре коллектива лучшие произведения мировой оперы и оперетты, исполняемые на русском, итальянском, немецком и других языках. Концертная программа не оставила равнодушным ни одного зрителя. Опера «Прима» превратила свое выступление в настоящее вокальное шоу с участием зрителей. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.